Московский трамвайный вагон 82 или МТВ 82. С троллейбусом МТБ 82 путать не стоит. Трамвай выпускался с 1947 по 1961 год. В Москве эксплуатировался с 1947 по 1981 год. Конструкция кузова стальная. Максимальная скорость 150 км в час. Этот трамвайный вагон также называли «Кобры» из-за особой конструкции кузова. Давай, кстати, как на железных дорогах тогда стоял. Нет магнитного тормоза классического, который сейчас в трамваях. Салон этого трамвая значительно отличается от предыдущих. Вместо деревянных сидений там... Видишь, до сих пор держит. Так, граждане, давайте, чтобы я вас обоих видел. Я тоже. Много. Потом выйдем, посмотрим, когда это закончится. Я тебе... Я тебе дам. Сейчас потеряешься, не надо убегать от нас. Иди сюда, вот вместе будем заходить. Еще не больно. Вот так вместе заходим. Видишь, все стоят. Это первый трамвай, потом появились автоматические двери. Что-то если пас будет, мы его поймать успели. А я что? А тебя я буду ловить. Да. Опа! Ну да. Да хотя бы не сказал, он такой крепкий вагон-то. Потому что из стали. Полный крепкий. Деревянный. Заходим в трамвай. Клёпанный, да, это ж парку позже на сварку, конечно. Мама! Стой! Я даже только сам не могу. Не в трамваях, а в деталях. Кстати, из них еще и троллейбусы делают. Троллейбусы это МТБ, а это МТВ. Да, в принципе, они схожи были. Очень. То есть, не хватило этого, можно поставить. Салон трамвая МТВ 82. А вот и некие сидушки. Да, может просто упасть, но потому что вот старый рук ничего нельзя вот так. Во всех трамваях, с одной стороны, одно сиденье, с другой. Раньше было так, сейчас по-другому трамвая.
Ехать сегодня. Ну вот, давай деньги, давай деньги. Игорь где-то на улице. Нам больше не надо здесь находиться, другие хотят посмотреть. По две вверх, видишь, такие маленькие. Закрыл. Ходи, походи, давай. Вот там больше. Положи, пожалуйста. Оповать тебя я не обидал. Саня, а ты Камину водителю хочешь поженить? Да, да, да. Смотри. Ой, не Проходи сюда. Там видишь кресло. Это ручка, а это рулька. Ой, Иван, колесо. Здесь кабина. Обзор трамвая МТВ 82 закончен. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.